Главе Луганской военно-гражданской администрации Георгию Туке пришли в гости колядовальники. Коллектив вокального ансамбля «Улыбка» из Северодонецкого городского центра детского и юношеского творчества. Раннее утро у главы Луганской военно-гражданской администрации Георгия Туки началось с колядок. Их исполнили участники вокального ансамбля «Улыбка». Дети подготовили программу из традиционных рождественских песнопений. По традиции, колядовальники получили сладости и другие подарки. Ага, вот так. Добро. Все до скорпиночки. Встречу закончили общей фотографией под новогодней елкой. Иван Полупанов, Роман Царевский, Подии.